Благодарю вас за обновление больше вопросов и докладов, и какой-то у вас есть первые лопатки, но так маленькие. Потому что, согласно законам физики, между пальцами это воздух дыхания красота. Пленочка воздушная, ваша площадь отталкивания, она увеличилась. Если сильно широко, то да, конечно, вода будет проскакивать между пальцами. Но если натурально расслабленное состояние, то вот такая вот рука, то в таком состоянии можно хорошо вызвать отталкивание. Хорошо, теперь попробуем полный стиль, не спеша, с каждым грибком меняем назначенный грибком, длинно меняем бок, меняем высокий бок, вертикально сменяем бок перед, как только рука достигла головы. Давайте, еще.